Съемку продолжаем. Случайно нажал на паузу. Съемочка у нас продолжается. Будет у нас видео сведено в два этапа. Видим 144 удара. Я остановился, начинает падать. Сейчас начинаем переключаться. Включаемся и постепенно начинаем добавлять. Можем даже немножко более резко переключиться. Если будет видно, камера фокусируется на пульсометр. Будем смотреть на его работу. Как он начинает подниматься, пульс опускаться. Видим, что у нас сейчас 150 уже поднялся. 152. Темп у нас где-то сейчас 3.30 километр. 156. Будем ждать следующего поворота 157. Видим, что пульс поднимается плавно, показывает, как и в организме. 160. 161. 162. 162. Сбрасываем. Этот пульс у нас сейчас будет еще держаться определенный промежуток времени. Это нормально. Это его работа такая, организма нашего. А пульсометр, он показывает его работу правильно. Как я и говорил, после отрезка пульс не падает. Пульс после отрезка всегда поднимается еще больше, когда мы приостанавливаемся. Только потом он начинается, сброс у него идти. 165, видим. У нас сейчас пульс. Организм еще, сердце качает кровь в мышцы, потому что необходим кислород. И постепенно 162 опускается. Как видим, правильную работу пульсометра. 160, уже бегаем 40 минут. 57. Падает по 2, иногда по 3 удара сбрасывает пульсометр. Почему так? Напомню, это один из самых бюджетных пульсометров Пола. Один из первых. Кардиодатчик, который находится у меня на груди, один из первых. Polar Electro, Polar T31, кодированный. Код это написано. Код это означает, что сигнал кодированный. Вы, когда будете бегать, допустим, на беговой дорожке или на стадионе, 149-148, видимо, опустились мы в нашу нужную зону. Когда будете бегать, к примеру, беговая дорожка зимой в тренажерном зале или на стадионе, рядом с вами будут бежать спортсмены, которые, у которых одеты подобные пульсометры, такие же или другие, они вам не будут перебивать работу. У вас будет отображаться ЧСС именно ваше, без либо каких сбоев, потому что сигнал у вашего пульсометра кодированный. Кодированный, он работает только с вашими часами. Если он уже схватился, сконнектился, синхронизировался именно с вашими часами, все, он будет пока работать только с ними во время тренировки. Если вы выключите его, отнесете в сторону, поднесете другой, они синхронизируются с этим же пульсометром, с нагрудным датчиком, и будут работать опять же с этими часами. Другие их не будут перебивать. Это не означает, что данный пульсометр может работать только с одними часами. С разными, может быть. Я говорю, просто если они синхронизировались с ними, то они с ними будут до конца показывать без сбоев. Сейчас мы перебежим с вами дорогу. Осторожно здесь. Трасса похортится. Перебегаем. 144 опять забегаем в лесок. В тень. Опять плюс, извините. Что-то за таблетки валяются здесь. Буду держать до последнего. Если хватит камеры, даже будем бежать там по мосту, там где-то в городе, где есть машины, с камерой, с видеообзором, будем бегать с часами в руках до последнего, до финиша, пока мы не сядет батарея, или же пока мы не добежим до нашей финишной черты. Бежать нам осталось еще минут, наверное, 20. Думаю, где-то так. Может, немножко меньше.
мышки бегают. Там, слушай, ты дышишь так как-то тяжелее, чем я. Пульс у тебя, наверное, больше, да? Сколько, где-то 155 у тебя? Да, у меня 170. Ого! Поднялся у тебя. 3 недели. Ну да, ты после болезни. Пустил. После болезни ты. Поначалу ты себя чувствовал хорошо, а под конец у тебя уже. Не, я себя, кстати, чувствую вообще нормально. Да, вот, вот видите, чувствует человек себя хорошо, пульс у него высокий. За этим нужно следить. За этим нужно следить. Пульс не обманешь. Ну, лето, конечно, немножко не повезло. Приболел, попил холодного молока или водички из холодильника. Дома лежал. Вычухивался аж 2 недели почему-то. Болезни сейчас такие пошли. Что... Очень долго, да. Пришлось пить антибиотики для того, чтобы поправиться. Что нежелательно. Вроде да, что нежелательно, конечно, для здоровья. Вроде бы выздоровел. Это его сегодня первая тренировка спустя 2,5 недели. Как видим, вторая половина дается ему нелегко. Да, желающие, кстати, которые на велосипедах хотят покататься, мы часто выезжаем здесь по городу с Кириллом, катаемся вместе. Есть у нас круг вокруг всей Хортицы. Ну просто отличный, настолько приятно по нему ехать, просто забываешь обо всем. Есть такие места, где можно посмотреть по сторонам, полюбоваться. А есть такие места, где по сторонам нет времени смотреть, потому что тропы настолько извилистые и ровные, где нужно просто уклоняться именно от веток. Есть такие с этим, да, на скорости, да. Есть места, где вот эти камни, склоны, обрывы, на встречном, куда бежит человек, тоже разнообразные. Грунтовая дорога, асфальтированная, песчаная, есть по песку можно ехать, есть, там попадается, получается, с этим, щебень, галька, ну то есть разнообразная, трасса очень разнообразная, круг получается, блин, точно даже не скажу, сколько там по километрам, но если ехать со скоростью, если ехать со скоростью 25 км в час, то получается ровно 2 часа. Сейчас 59-58 у меня было от дома. Это у меня от дома получалось. Угу. Если выезжать, этот круг во всей Хортице и домой ровно 2 часа. Это не заезжая на пляж. Потому что есть еще место, где можно заехать на пляж. А, да, кстати, еще когда едем мы, там есть заповедник. Но на него нельзя заезжать на велосипедах. Мы занимаемся, типа, получается, как бы триатлоном, можно сказать. Заезжаем туда, там у старушки, оставляем велосипед. Делаем по классным таким же самым трубам, с обеих сторон, где плавнее, вода. Делаем забег, пробежку. Там пробежка да. Небольшая. Пробежка небольшая, да, там получается минут 8, добраться, 7, может. 7, может, да, где-то так. Минут 7. По времени даже. Да, ну, 5. Ну, по дистанции там, может, я не знаю, около километра. Может, чуть больше, наверное. Ну, где-то так. Да, ну, дело в том, что для разнообразия просто оставил велосипеды. Сразу пробежочку сделали, прибежали, взяли велосипеды, поехали дальше. Едем, доезжаем до пляжа, опять велосипеды оставили, там взяли водички, продается, попили, сделали заплыв, поплавали немножко, опять сели на велосипеды, поехали дальше на правую сторону Хортицы, сделали круг и выезжаем в город. Так что как-то так вот. 145 ударов, блин, надеюсь, конечно, камера видит. Пульсометр фиксирует, сейчас уже немножко, конечно, потемнело. Дома посмотрим. Потемнело, да. Как она видит. Сейчас будем смотреть. Работа пульсометра точная, сбоев никаких не вижу. Вообще, бежим 47 минут, спустя получаса работает так, как надо. Видим, в горку чуть подняли, 151. С горочки начинаем бежать, начинает опускаться. 151. О, осторожней.
нужно перебежать на ту сторону дороги. Давай, перебегаем, говорю. Ух, добавили. Поднялся. Упс, прошу прощения. Сегодня тренировка темповая получилась. Да. Ну что, втянешься. Вторая половина до 2. 170. Знать тебя.